Здравствуйте, дорогие друзья! Это обращение ко всем жителям Турции, всем пострадавшим, сострадающим и тем, кому вообще не безразлично, что происходит здесь. Я обращаюсь к вам как основатель движения «Небесная цивилизация». Мы находимся здесь, в Турции, и мы несем утешение, исцеление, сверхъестественное преобразование в человеческой жизни. Наше служение принесло тысячи исцелений и изменений в жизни людей, тысячи восстановлений, и это продолжается прямо сейчас. Вместе со мной к вам обращается огромная команда из сотен и сотен миссионеров, ходатаев, молитвенников, которым не все равно, что происходит в турецкой земле. Мое сегодняшнее обращение к вам, оно закончится мощной молитвой, которой я буду высвобождать исцеление и победу над обстоятельствами в вашей жизни. Поэтому оставайтесь до конца этой записи с нами. И первое, что мы хотим заявить сегодня, что Бог не автор трагедии на земле. Бог не разрушает дома, Он созидает их. Бог помогает, а не обвиняет. Он снимает вину, а не обвиняет. Suçlanmaz. O tam ters. O insanı bir ata çıkartırır. O aşağılayan değil, o kaldırandır. O bir Allah'tır. Бог Всемогущий сегодня называет себя твоим отцом и желает помочь, Он желает утешить, Он желает восстановить тебя. Независимо от того, насколько трагична твоя ситуация, Отец Небесный, Он сегодня хочет дать тебе новое начало, новый старт и новый взгляд на твою жизнь. Его утешение и Его помощь очень доступны, и мы свидетельствуем сегодня об этом как слуги Его. Человеческие разговоры сегодня о том, почему произошла та или иная трагедия, почему сегодня случилось то, что случилось, и много неправильных выводов об этом звучит сегодня в интернете и вокруг нас. И мы сегодня слышим от нашего Господа о том, что Он рядом с каждым пострадавшим, что Он рядом и готов помогать. Onun kalbi açık bize ve o merhametlidir ve onun merhameti her kalbine ve evine gelmeye hazır. И я сегодня призываю каждого просто отказаться от поиска причин того, что произошло, и принять эту Божью помощь прямо здесь и прямо сейчас. İzin verin bu merhamet, bu teselli, bu yardım şu anda. Когда человек сталкивается с трагедией, он всегда спрашивает, почему. Но первое, что делает Господь, Он протягивает свою руку и говорит, я хочу помочь. Ухватись сегодня за эту руку. И скажи, Отец Небесный, я принимаю твою помощь. И если у тебя что-то болит, ты говори, я принимаю исцеление от тебя. Если тебе плохо и ты пережил утрату, говори ему, Отец, только ты можешь меня утешить. Аллах, только
Если ты оказался без средств к существованию, говори ему: «Отец, только ты можешь меня обеспечить, и я благодарю тебя, что ты делаешь». Bana bütün benim ihtiyaçları karşılamak için ve ben sana teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Allah'ım ki sen beni bırakmıyorsun ve senden şu anda bana yardım geliyor. Teşekkür ederim Allah'ım. И еще, когда ты будешь это говорить, ты уже будешь чувствовать внутри, как начинает двигаться в тебе Дух Господа. Потом, в скором времени, ты начнешь увидеть, как меняются твои обстоятельства. В нашем служении мы видели это тысячи и тысячи раз. Также миссия «Небесная цивилизация» хочет также помогать тебе. Я и моя команда, мы находимся в Алании. И мы готовы молиться за тебя, поддерживать тебя, помогать тебе. Также специально для вас мы будем каждый день проводить в эти дни тяжелые, проводить онлайн-трансляции с переводом на турецкий язык. Где ты сможешь принимать молитву за исцеление, молитву о помощи, молитву о победе в твоей ситуации. Также мы открыли телеграм-канал, куда ты сможешь присылать твои нужды. Например, это будет выглядеть так: я получил травму, я болею, помолитесь за мое исцеление, и мы будем за тебя молиться. Bir travm aldı tam ve benim ayağım ağrıyor. Lütfen benim için dua edin. Sen kendi problemlerini Ты сможешь говорить о своих проблемах, и мы будем стараться решать их. Ve biz onları çözmeye çalışacağız. Наши контакты и ссылки на все наши ресурсы будут под этим видео. Telefonlar veya linkler ne gerekiyorsa bu video altında sen görebileceksin. Вы можете слушать наши молитвы даже на русском языке. Главное, слушайте голос и принимайте действия Духа в свое тело и в свою жизнь. Также вы можете встретиться с нами, если вы находитесь в Алании. И также мы будем информировать о тех местах, где мы находимся, также, чтобы вы могли встретиться с нами. Нам не все равно, что происходит в Турции. Нам важно, что происходит с жителями этой земли. Для нас важно, что происходит лично с тобой. Мы желаем, чтобы все, кому не безразлично, что мы делаем для Турции, распространили это видео везде, где только можно, чтобы каждый турецкий житель мог получить эту трансляцию. И сейчас я хочу совершить молитву за тебя, если ты пострадавший или сострадающий, или ты тот, кто задействован в этой ситуации. Если у тебя что-то болит, если ты пережил утрату, тебе сейчас нужно просто положить руку на себя и почувствовать этот молитвенный дух, который я сейчас буду высвобождать на тебя. Şifa, o ruh senin içinde hareket etmeye başladı.
Если ты сострадающий, то молись вместе со мной сейчас за тех, кому нужна помощь. Настоящая молитва всегда сильнее, чем любое горе, чем любое землетрясение. Итак, если ты нуждаешься в исцелении или помощи, положи на себя руку, а вторую руку подними к небу. Можешь закрыть свои глаза и обратиться прямо к Богу. Может быть, впервые в жизни я предлагаю тебе назвать его отцом. Когда ты знаешь, что Бог твой отец, ты также знаешь, что Он не откажет тебе. Когда ты знаешь, что Бог твой отец, ты знаешь, что Он не разрушает тебя, потому что мы не разрушаем своих детей. Nasıl biz kendi çocuklara davranıyorsak, o da aynı kalple bize bakıyor, aynı bakışla. Ne zaman sizin когда твои дети у тебя просят еду или лекарство, ты не отказываешь им, и Бог не откажет тебе, когда ты знаешь, что Он твой отец. Her zaman ne varsa, ne ihtiyacı varsa karşılarsın. Ben de senden şu anda bunu anlamak istiyorum. Babamız aynıdır, senin gibi iyi bir baba. Прими сейчас силу в свое тело через мою молитву. Скажи вместе со мной сейчас: Бог, ты мой отец. Я твое дитя. Я благодарю тебя, Отец Небесный, за силу, которая сейчас течет в моем теле. Если вы молитесь за кого-то или за ребенка, положите на него руку и скажите: «Я благодарю тебя, что, Отец, что сила твоя течет через моего ребенка». Когда вы взываете к Богу, Его Дух всегда начинает течь через ваше тело. Это закон Божий. O an kutsal ruhunun hareketi başlıyor, harekete geçmeye ve sizin duanıza cevap vermeye başlıyor. Это та энергия, которая необходима для восстановления от любой болезни. Her hastalıktan sonra, ne olursa olsun. И поэтому продолжайте держать руку на теле, а вторую руку поднимите к небу и благодарите Бога, благодарите Отца и говорите: Отец, я благодарю Тебя, что я исцеляюсь прямо сейчас. Благодарю Тебя, что Ты близок ко мне в этой ситуации. Благодарю Тебя, что Ты защищаешь меня, ведешь меня, помогаешь мне. Мои обстоятельства решаются быстро. Благодарю Тебя, что мои глаза видят это. Я знаю, что я в Твоей руке, и моя жизнь созидается. И сейчас просто я хочу, чтобы ты почувствовал, как я буду молиться за тебя, и Божье течение, Божий дух, он будет видеться. Внутренним взором можешь увидеть, как я возложил на тебя свои руки. И сила Божья начинает течь в твоем теле и в твоей жизни. Молюсь сейчас прямо за тебя. Отец Небесный, я высвобождаю твой дух в этого человека. Я вижу, как восстанавливаются его кости, ткани, органы и его душа. Отец, я высвобождаю сейчас решение проблем, решение вопросов в его финансах, в его жилище, с его детьми. Я говорю сегодня Духом Божьим, что каждый, кто слышит эту трансляцию, увидит чудо в своей жизни, как ты помогаешь и как ты добр каждому.
Сила течет прямо сейчас. Я верю, что ты держишь руку на своей груди или на своей голове. Я говорю, сила течет прямо сейчас. Я говорю, состояние физическое улучшается, становится все лучше и лучше. Облегчение приходит. Ангелы окружают тебя сейчас. Обстоятельства меняются. И в знак своего согласия с этой молитвой скажи «Аминь, Отец Небесный, я верю тебе». И, дорогой друг, во всех наших ресурсах, которые будут под видео, продолжай двигаться в этих молитвах с нами, и ты увидишь, как очень быстро все восстановится, все будет исцеляться и все будет улучшаться. Lütfen devam et ve sen ciddi bir değişimler göreceksin kendi hayatında, kendi durumun, neye ihtiyacın varsa, lütfen, dua ihtiyacınız varsa, seslenin ve yazın bize lütfen. Для нас драгоценна твоя жизнь, мы держим тебя за руку. Senin hayatı bizim için değerli ve Allah seni elinden tutuyor ve biz de seni elinden tutmak istiyoruz. Да благословит тебя Господь, да благословит тебя Твой Небесный Отец. Пиши нам, звони нам, мы на связи. Турция будет жить, турецкий народ будет жить. Бог любит Турцию. Дорогой друг, если ты хочешь, чтобы наше откровение и сила Божия охватила весь континент и всю землю, ты можешь участвовать в нашем служении следующими способами. Первое. Поделись данным видео в своих страничках в соцсетях. Второе. Поставь лайк и напиши свой отзыв в комментариях под видео. Третье. Участвуй в этом своими финансами. Для этого ты можешь нажать кнопочку «Спонсировать» под видео и заполнить анкету спонсора, исходя из своих финансовых возможностей. Либо перечислить свои финансы по реквизитам, указанных под видео. Мы благодарим тебя за твой вклад. Небесная цивилизация – это семья и команда.